Екатерина Останина одна воспитывает сына-инвалида. Максиму 16 лет, у него детский церебральный паралич. Всю жизнь семья вынуждена скитаться по съемным квартирам. Хотя закон гарантирует им жилье по социальному найму, не менее 42 квадратных метров. О своих правах Екатерина знает. Далекие 9 лет назад они встали в очередь на квартиру. В 2018 году по решению суда, значит, нашего города Рубцовска, суд, значит, как бы признал администрацию, чтобы нам выдало с детем двухкомнатную квартиру. Решение вступило в силу, но на протяжении года женщину игнорируют в Рубцовской администрации. Квартиру она по-прежнему снимает. В месяц за аренду жилья уходит 9 тысяч рублей. Получаю по уходу, там получается 6 с копейками пенсия, ну и алименты там копеечные, все. Вот на вот это мы живем. Екатерина обращалась к уполномоченному по правам ребенка, вышла на главного судебного пристава Алтайского края. Связаться с Рубцовской администрацией удалось только после того, как о проблеме узнали в СМИ. В мэрии нам сообщили, что во всем Рубцовске нет жилья, которое бы по требованию суда подходило семье. Но, по мнению чиновников, они предлагали Екатерине неплохой вариант. Мы в свое время предлагали рассмотреть возможность поселиться в специализированном жилищном фонде. Это вот, ну, у нас дом для людей с ограниченными возможностями есть. Но она отказалась. В администрации заверили, Екатерина Останина и еще одна семья с ребенком-инвалидом получат жилье в конце этого месяца. Мать-одиночка боится, что это лишь очередные обещания, ведь у нее есть основания не доверять властям. Ирина Корчагина, Геннадий Лобзин. Наши новости.